Друзья, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас в новый влог. Начнем его с раннего утра, с завтрака. Мой завтрак, как всегда, состоит из двух бутербродов. Здесь нарезка, свежие овощи, мягкий сыр, йогурт и фрукты. Я вам всем желаю приятного просмотра. Надеюсь, что у вас все отлично. Напишите мне в комментариях, какая стоит у вас погода, как ваше настроение. Мы с вами сегодня сделаем такую сборную солянку, как вы любите. Прогулка возле озера. Те, кто участвует в моих прямых эфирах, видел, я уже рассказала, что необходимо гулять, чтобы немножко проветрить голову. К сожалению, сейчас период болезней у нас в семье, и Саша, и свекровь заболели, поэтому приходится лечить такой госпиталь, никуда от этого не денешься. Мне иногда пишут, что жизнь моя похожа на день сурка, каждый день одно и то же. Я улыбаюсь и понимаю, что, скорее всего, это женщины, у которых нет семьи. Когда есть семья, то заботы, домашние дела, они никогда не заканчиваются. Это как круговорот воды в природе. Только постирал, только убрал, только приготовил, только отвел ребенка в школу, и все снова. Но это и есть жизнь. Сегодня папа занимается сыном, когда мама пошла на прогулку, чтобы немножко проветриться после бессонной ночи. Они готовят куки, шоколадные печенья. Мои мальчишки любят кухню, любят стряпать и помогать. В этом и есть счастье – находиться в доме, заниматься бытом. Нашли рецепт известного повара Сириленяки и приготовили замечательный десерт. У них на этот десерт ушла целая упаковка сливочного масла. Но ничего страшного, главное – были заняты и довольны. Саша очень любит проводить время на кухне. Я даже подумывала, что он будет известным кулинаром. Ну, не известным, а будет у него такая профессия. С удовольствием стряпает и со мной, и с бабушкой, и с папой. Вот такая красота у них получилась. Ну, есть недостатки, но все-таки очень вкусно. Если хотите рецепт, я обязательно вам напишу, переведу. Ну а я делаю свой джем, конфитюр или пюре из груш и яблок. Вам нужны будут груши, все очень-очень просто. Просто-напросто очищаете их. Если они органика, то даже можете оставить тонкую кожицу. Это дает фибру, клетчатку. Нарезаете кубиками, без каких-либо заморочек, как можете. Мы все это будем делать в мультиварке. Я добавляю яблоко, так как груши, они достаточно такая жидкая у них консистенция, поэтому нужно очистить яблоки и также их нарезать кусочками. Они придают вкус, кислинку и консистенцию, то есть джем ваш или варенье будет более плотным. Ну, также у меня травы, это тимьян, корица и немножко ванили. Я добавлю пектин для того, чтобы загустить наш джем или варенье. 20 минут мультиварки проварила, добавила пектин, сахар по вкусу, если хотите, я не добавляю. И все, вот такой джем у вас получился. В йогурт, просто с чем-то, как варенье, всегда вкусно, полезно. А у нас сегодня Божоле Нуво. То есть оно было вчера, но праздновать будем мы в пятницу. Несмотря на то, что в доме госпиталь, немножко по стаканчику с мужем с удовольствием. Мишель пригласили на аперитив. Не делали сегодня никакие намазки, нарезки некогда просто было. Попробуем новое вино, оказалось замечательным. И мальчишки заказали пиццу. Пицца оказалась очень вкусной. У нас делает один знакомый на заказ. Поэтому у нас был аперо-пицца. Вот такой вечер. Ну а утром мы хорошенько выспались.
Небо просто великолепное. Погода холодает, утром уже меньше 6 градусов. И влажность. Но все-таки денек был солнечный. Поэтому я вам всем желаю прекрасной субботы, так же, как и нам. Надеюсь, она пройдет без каких-то происшествий, чего всем желаю. И я вас прошу, дорогие зрители, не забудьте проверить вашу подписку. Спасибо, если поделитесь этим видео в ваших социальных сетях. И также напишите мне комментарий. Часто меня спрашивают про мои витамины. Не раз уже показывала, еще раз показываю тот же бокал. Я иногда использую для соков или витаминов. У меня витамин С, витамин D. Сейчас как раз я вам покажу здесь кальций, витамин D, витамин С. Это такие таблеточки, которые нужно растворять. Можно их купить и в аптеке, можно купить и в супермаркете, как придется, как вам захочется. И на здоровье. Витамин D и витамин С – это витамины, которые я принимаю практически круглый год с небольшой остановкой. Также у меня есть комплекс мультивитаминов. Это французский бренд. Я не рекламирую, я все покупаю за свои деньги в парафармасии, парафармааптеке. И также у меня витамин омега-3,6,9. Также принимаю омега, потому что рыбу мы едим не так часто, как бы хотелось. Напишите, какие витамины вы принимаете. Сразу скажу, проконсультируйтесь с вашим врачом и обязательно сдайте анализы. Я здесь вам не советчик, просто отвечаю на ваши вопросы и показываю то, что принимаю я. Мне позволяет это, эти витамины позволяют мне быть бодрой, иметь энергию и постараюсь не подхватить вирус, которым болеет моя семья. Многие предлагают носить дома маску. Спасибо за ваши советы. А это Сашин набор. У него утром свежевыжатый сок, также из шиповника я делаю из трав. Настой, пьем, лечимся и надеюсь, что будет все отлично. Я часто вам показываю и собираюсь и дальше показывать новинки, то, что я покупаю. У нас новые сухарики, вот такая марка, можно купить в Leclerc, они без соли, без сахара и без лактозы, без глютена. Очень вкусный, все, что на базе гречки, очень люблю. И для меня это идеальный завтрак. Вот бутерброды, два бутербродика на таких вот сухариках. В четырех, по-моему, 84 калории. В двух еще меньше. Поэтому я смотрю на свой калораж, на те калории, которые я съедаю за день, и на те, которые трачу. Поэтому с умом подхожу к покупке продуктов. Не люблю упаковки, поэтому все раскладываю по контейнерам. Это практично, удобно и все хорошо хранится. Лучше, конечно, когда контейнеры с герметичной крышкой и стеклянные. Вот эта марка, если кого-то интересует. А сейчас мы с вами перемещаемся в ванную комнату. Просите также показывать косметику. Утро начинается с Филорга. Это самый мой любимый мусс для очищения, для снятия косметики. У меня есть спонжик вот такой из конжаки, да, по-моему, так он называется. Он черствеет, но стоит его просто намочить теплой водой, он становится мягкий. И я беру мусс. Классный, он отлично очищает, не сушит кожу, его надолго хватает. Замечательная упаковка, состав. И посмотрите, он такой густой, это мне очень нравится. Провожу очищение сначала спонжиком хорошенько, потому что даже если у нас нет косметики на лице, макияжа ночью, все равно работают сальные железы. Также был уход вечерний, поэтому нужно хорошенько очистить кожу. Также у меня есть Фарео Луна, маленькая. Я сначала умываюсь, смываю первый слой загрязнения после ночи. И беру Фарео Луна, также наношу второй раз пенку.
и делаю с пенкой уже массаж. Фарео Луна я покупала давным-давно, несколько лет назад, увидела у каких-то блогеров, и мне захотелось. Стоило дорого, под 200 евро, но оправдала свою покупку. Делаю массаж и утром, и вечером, и хорошо очищает кожу, держится зарядка просто целый год, я не шучу. Наверное, раз в год или два я немножко включаю, чтобы подзарядить эту щеточку, а так великолепно. Маленький размер у меня, удобно брать в путешествие. Вот такая у меня процедура красоты с утра. Напишите, как вы относитесь к марке Филорга, любите или нет. Я покупаю в аптеке не бюджетное, но качественное. Особенно вот этот мусс у меня в фаворитах. А сейчас на обед я решила сделать свеклу. Надеюсь, я правильно ставлю ударение. И также у меня есть подкопченый чеснок. Сейчас вирусы, и чеснок как раз нужен. Просто вот в блендере чуть-чуть, не до такой вот жидкой консистенции, сбиваю, режу ножом. Сразу чеснок и свеклу. В это время мне пришла посылка. Спасибо огромное, вы меня услышали. Мне Карина из Италии прислала кофе. Кофе мое любимое с ванилью. Мне очень приятно получать от вас вот такие знаки внимания, подарочки. Это стоит дорого. Спасибо огромное. Я оставлю на сайт Карины, на ее инстаграм. Она отличный тренер в Италии. Ссылку в инфобоксе. Заглядывайте к ней. Красивая, стильная женщина. Я думаю, вы найдете очень много полезного. Спасибо еще раз. Тронута для глубины души. Буду наслаждаться кофе. И продолжаю делать салат. У нас все любят свеклу. И муж, и я, и свекровь. Саша, конечно, не очень. Делаю все очень просто. Чеснок, свекла. Вот свекла, свекла. Всегда боюсь делать неправильное ударение. У меня сметана 4% жирности или вир. Очень классная. Просто все перемешиваю. Вы можете добавить изюма, можете добавить яблоко. Вот как раз без лактозы сметану показываю. Это также новинка в Леклерк я купила. Добавляю чуть-чуть. Она не жирная совсем, 4% жирности. Можете добавить ту, которую хотите. Здесь уже, как говорится, на вкус и цвет. Я также добавляю соль, перец. И у меня специя. Это, по-моему, специя из черного тмина. Не жаль. Покупала по совету моей сестренки Елена Франция. У нее свой канал. Ссылка всегда прикреплена или в инфобоксе, или в интересных каналах. Перец, соль. И получается просто вкусный, простой, полезный салат. Если любите, то обязательно приготовьте. Как гарнир или как отдельная закуска. А сейчас мы с Сашей попытались использовать наш новый агрегат от Тефаль для того, чтобы делать спагетти или таглиатель из кабачков. Пробовали всяко разно, но, к сожалению, ах и нет, не очень нам понравился. Лучше все-таки экономом, намного быстрее или на терке. Ну, повеселились. Много отходов, очень долго, нужны какие-то определенного калибра овощи. В общем, покупка не оправдала себя. Купила за 11 евро, скорее всего, останется в шкафчике. Говорю вам, чтобы вы не тратили свои деньги. Стараюсь быть честной в обзорах. Сами покупали. Ну, будем пользоваться. Ну, думаю, что не часто так, Саша, если ему захочется. Две насадки. Разный у них калибр, чтобы делать вот такие спагетти. Я привыкла и научилась есть овощи, именно кабачки, не вареными. В них сохраняются все микроэлементы и макро, все витамины. Самое главное, их порезать очень тонко,
сделать винегрет. Можно просто немножко лимона, сливочное, оливковое масло или любое другое. Видите, показываю, что отходов будет много. И вы подаете это как гарнир, как салат, или просто-напросто можете попассеровать чуть-чуть, если не перевариваете свежие овощи. Но на самом деле это очень полезно и вкусно. Еще в Италии заметила, что они добавляют молодые цукини в салаты. Такие, как вам сказать, гаджеты, да, как блендер и так далее, я мою руками. Уже вам сказала, и у меня вот такой продукт La Marque en Moins. Мне посылали на обзор. Это марка, как и посудомоечные средства для машинки, для посудомоечной, очень натуральные, французские, с удовольствием пользуюсь. Если есть возможность, можете заказать. Сейчас у меня час посылок, мы также с Сашей сделали уроки, почитали, и сейчас я собираюсь, мне нужно отнести несколько посылок на почту, также в пункты приема посылок в разные места. Как раз прогуляюсь, отнесу. Я продолжаю продавать кое-какие вещи. Также мой бутик работает. Заглядывайте, если кого-то интересует. Всегда с удовольствием запаковываю посылки. Стараюсь написать небольшое послание, добавить подарок. В общем, дела домашние не заканчиваются и никогда не закончатся. В этом и есть, скорее всего, бытовое счастье. Как вы думаете? Мы с Сашей все-таки решили его вывести после нескольких дней, чтобы он подышал чуть-чуть воздухом, и ему очень захотелось в магазин Трюфо посмотреть на новогодний декор. Я сюда еще вернусь и сделаю вам обзор витрин, игрушек, покажу цены, покажу новинки. Но не в этом влоге. С моими мальчишками невозможно снимать, им нужно быстро, галопом. Поэтому, конечно же, мы сюда вернемся, и я сделаю отдельное видео. Магазин этот я очень люблю. Показываю цены, цветок 15 с чем-то евро, елка стоила 75 евро. Цены невероятно поднялись, выросли. Ну, такие красивые вещи. Это вот коробочки с конфетами. Они стоят 9-8 евро. Здесь совсем мало грамм. Больше, конечно, шикарная упаковка. Она и с музыкой. И просто можно использовать эту коробочку в дальнейшем. Саша уже выбирает себе игрушки. Игрушки недешевые. По 5, по 6 евро. Можно найти и дешевле. Я за то, чтобы покупать дешевле игрушки. Сейчас можно поехать в Рюссерсери, и там делают выставки в Эмаюс, тоже классные игрушки, винтажные, самые разные, за центы. Но в такие магазины мы любим заходить, чтобы посмотреть. Вот муж увидел пиво, рассматривает, что такое за новогоднее пиво. Или какие-то такие маленькие изыски, да, наверное, так сказать, которые не встретятся в других магазинах. Здесь и конфеты, и подарочные упаковки. Вот на подарок здесь замечательно купить что-то. Французы очень любят этот магазин Трюфо. С удовольствием приходят, гуляют, делают фотографии, покупают подарки, новогодний декор. Новогодний декор меняется из года в год. И здесь всякие, как я уже сказала, вкусности, и пряники, и конфеты. Можно купить новогодний чай, можно купить кофе. Я обязательно вам покажу уже в следующем видео то, что мы приобрели. Вот новогодний чай, посмотрите, какие упаковки, стоит 14 чем-то евро. Можно выбрать на подарок. Ну и, конечно, игрушки. Если вы любите пополнять свою коллекцию качественными игрушками, то вам в этот магазин. А мы насматриваем для Сашиной новогодней деревни какие-то вот такие поделки, или как это, фигурки, да? Лучше так сказать. У него уже целая коллекция. Пока выбор был небольшой, мы сюда еще вернемся. Но все-таки он приобрел несколько вещей, как без этого. И я вам, как уже сказала, покажу. Очень нравится в бордовом цвете. Так красиво. Это, конечно, самый новогодний все-таки цвет. Бордовый и зеленый.
он самый яркий, самый торжественный. Именно прям вот Санта-Клаус, Новый год, Крисмас. В общем, а мне нужно было посмотреть шары в золотом, в коричневом. Был отдел, были красивые экземпляры. Но пока ничего себе не приобрела. Хочу достать все, что у меня есть, и посмотреть, сколько мне нужно докупить и в каком тоне. Не хочу просто разбрасывать деньги на ветер. Обязательно что-то куплю, покажу, будем вместе наряжать с вами елку. И сюда еще вернемся, я покажу другие отделы. И с вазами, и с декором, и с игрушками, какие цвета новые появились. Если вам такое видео будет по душе, то напишите мне в комментариях. Жду вашей активности. А это календрие d'Avent, то есть адвент-календари со свечками Durance или Berger, знаменитая свечка, которая мне пришла недавно на обзор, и лампы у них есть, самое главное. И я вам показывала. Также есть аромат для машины, очень интересный, хороший подарок для мужчины, качественный. Ну и можно здесь посмотреть различные вазы, кружки, не только новогодние, но и другая коллекция. Хотя новогодние тоже были, обещаю вам все это заснять. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, что увидимся очень скоро. И я вам всем желаю, чтобы такой день сурка был у каждого. Спокойный, красивый, уютный, с миром, добром, здоровьем и уважением. Всем пока-пока, ваша Светлана Франция.